Водитель автомашины 2046, остановиться. Инспектор Зыкин, здравствуйте. Так точно. Попрошу ваше водительское удостоверение. Что такое? Опять нарушил, да? Превысили скорость. Не заметил. Это что же, вы так талон и не вынули из упаковки? Вы знаете, каюсь, товарищ инспектор, совершенно закрутился, забыл, ни на что не хватает времени. Не знаю, что с вами делать, у вас талон и просечка за превышение, вы едете 100. Ну и что? Как ну и что? Получается, злостное нарушение правил дорожного движения, пункт 9.2.1. Да, но ведь правила, они придуманы для усредненного человека, понимаете? Это среднестатистическое. Правильно, но ведь правила существуют для всех, на то не правила. Вот смотрите. Он, видите, стриж? Он летит, видите? Ну? А вон воробей чирикает, вон. Вот вы будете требовать от стрижа, чтобы он летал как воробей, а от воробей, чтобы он летал как стриж, будете или нет? Ну скажите, будете требовать или нет? От стрижа? Ну, от стрижа. Нет, товарищ Петрунов, в правилах пункт 9, понял? 2, 1. Понял? Все понял? Все понял? Все понял. Значит так. Тогда я предлагаю решать так. Вы оставляете у себя мои документы, и у себя в отделе будете думать, как вы меня накажете, там, или штраф, или просечка, это сейчас уже не важно. А я вернусь в понедельник, и мы с вами все вопросы решим. Товарищ Трунов, у меня самолет через... Стрижи, воробьи. Здесь дорога, а не птичник. Что же это получается? Берешь, оставляешь удостоверение, как будто так и надо. Как будто все в порядке. Как будто имеешь право ездить без документов. Решите, я в понедельник заскочу. А тут и решать нечего. Штраф. Как же? Штраф. Это же злостное. Это прокол и точка. И талончик выньте из упаковочки. А еще раз так поедете, удостоверение лишитесь. Вот так вот, товарищ Трунов. И откуда только такие берутся? А потом еще говорят, Хьюстон! Хьюстон, 7-я авеню!